Дорожник может, например, в унитаз, я уже рассказывал эту историю, показал бы, но у меня, ребят, хлеба нет. Дело в том, что я хлеба очень мало ем, почти не ем, у меня хлеба нет. Я показал его. Не, нет, у меня даже ничего похожего на хлеб нет, у меня вот хлебцы есть. Не, ну короче, расскажу, что дорожник на зоне делает, но он тоже не водолаз. Иногда, когда камера не имеет связи с другими камерами и нужно хоть какую-то связь сделать, связь осуществляется через унитаз, то есть через сантехнические сети. Понятно, что это плохая связь, но тем не менее, берется мякиш хлебный, в него засовывается записка или передатчик, например, там табак, наркотики, еще что-то. Вот. Передатчика пакуется в полиэтилен, ну и, соответственно, засовывается в хлебный мякиш. И туда же засовываются спички. И вот такая фигня получается, как ежик называется, да? Берется нитка, привязывается к этому всему, крепкая, лучше лес какая-то, и смывается в унитаз. Вот, и получается этот мякиш, он вот так разбухает, и вот эти вот спички из него вылезают. Вот, и его можно поймать в соседнем унитазе. Но нужно знать систему стоков, это самая плохая, ну, как бы самая хреновая связь, это вот по воде, да, по мокрому называется. Ну, вот дорожник может этим заниматься, да, то есть вылавливать вот этот вот мякиш хлебный. Ну, это не очень удобная система, это на зонах, где вообще связи нет. Но сейчас везде почти связь есть. Можно по воздуху передавать. Ну, много-много вариантов. Но это вот самый конченый вариант связи по мокрому.